В современном мире один из самых главных страхов каждой женщины – измена. Боится связей на стороне супруги и любящий мужчина. Как пережить измену, не потерять себя? Как сохранить брак, если у партнера появилась другая пассия? На вопросы отвечает профессиональный психолог Алена Сверба. Измена – это довольно распространенная проблема в нашем современном обществе. Чаще всего, конечно, женщины переживают больнее измену, поскольку сравнивают себя с предметом, да, не хотят знать, что это за женщина, с которой ей изменили, и переживают, ну, некоторую такую свою нехорошесть. Первый такой совет, основная рекомендация – дать волю своим чувствам на первой стадии. То есть, если плакать, то уже плакать. Помогает смотреть фильмы, где люди расстаются. Вторая стадия – качели, потому что нас заносит то в одну сторону. По-моему, все прекрасно и без него. То заносит в другую сторону. Я все равно люблю, все равно тоскую. Именно на этом этапе порой хочется что-то изменить. От прически до работы. Психологи советуют, пожалуйста, пробуйте. Третий этап можно назвать, ну, усталость. Усталость от этой амплитуды качания. Здесь самое время, я бы сказала, так позаботиться о себе. Имеют место быть такие духовные практики, работа с телом, душ, ванна, запахи. Это позволяет пережить этот этап очень грамотно, безболезненно. Если измена случается в браке, то очень важно понять, что привело к этой измене. И если есть такое желание, то измена как раз может быть той отправной точкой, когда отношения по спирали начнут развиваться и становиться еще лучше.